19 и 20 августа в Каспийске в КРЦ «Москва» состоялся чемпионат Дагестана по спортивной интеллектуальной игре «Мафия». В нем приняли участие порядка 50 гостей. Администрация городского округа Каспийск совместно с Федерацией спортивной интеллектуальной игры «Мафия» проводит турнир по спортивной интеллектуальной игре «Мафия». Открытый чемпионат Дагестана. Гостями нашего города стали множество игроков со всей страны. Свыше 30 людей приехали побороться за звание чемпиона Дагестана. И столицей этого турнира на этот год стал город Каспийск. Перед началом игры участников разделили на команды и разместили по разным комнатам для прохождения турнира. Отметим, что «Мафия» – это популярная психологическая игра с простым сюжетом, где участники разделены на мирных жителей и мафию. Цель первых – вычислить мафию, а противника не дать себя распознать и убить всех горожан. Некоторые игроки изъявили желание поделиться, почему они решили принять участие в этом турнире. Ну, мафии мы как одно целое с самого детства почти. Вот. В свое время еще с мамой сидел за столом. А так, мафия, мне кажется, что она развивает в человеке кучу качеств для жизни, для работы, для общения, для личной жизни. То есть очень много вещей, которые дают возможность усовершенствоваться. Стоит подчеркнуть, что боролись ребята за кубки и денежный фонд, а также подарки от спонсоров.